через глаза, через мелодии ритмы гармонии, открывая сердце красоту небесной любви, глубину, широту и долготу. Небесной любви глубину. Дальше это.
Мы в одном деле с Отцом. Мы в одном деле с Отцом делать Его, делать Иисуса известным. Не религию, не правила, не условия, но Иисуса. И то, что я очень сильно переживала перед выходом сюда. Нет больше праведности, кроме Иисуса. И Он, ну, и это так глубоко. И это идет вразрез с тем, что, ну, на чем мы могли расти и как мы себя представляли. Но нет больше праведности. Знаете, как я чувствую, что это как, ну, та армия, которую Бог поднимает в этом времени, которая будет говорить: нет больше праведности, кроме Иисуса. Нет больше святости, кроме Иисуса. Нет больше милости, кроме Иисуса. И знаете, мы в одном деле с Отцом. Мы в одном. Я сначала просто это говорила, а потом я понимала, что я, ну, открыла глаза на вас, когда вы еще тут были, все разговаривали, общались. И я понимаю, что вы в одном деле с Отцом. Вы даже не представляете, вы, может быть, думали о себе очень мало, но вы в одном деле с Отцом. Делать Иисуса знаменитым. И когда я стала там с Женей это говорить, такое чувство, что больше ничего нельзя было сказать. Какую-то одну фразу говорила. А он смотрит на меня и говорит: а ты говоришь, а у меня внутри параллельно идет. Жень, как? Делать мечту Отца? Исполнять мечту Отца? Исполнять мечту Отца. И я вот это, знаете, как оно такой трепет на этом. Ну, такой трепет, что мы в деле с Отцом. Делать Иисуса знаменитым. И это Его мечта. И мы не будем делать знаменитым, знаете, как мечта. И Он нас сам выводит в это место, где мы не будем делать знаменитым религию. Где мы не будем делать знаменитым правила. Где мы не будем ничего делать знаменитым. Но мы в одном деле с Отцом делать Иисуса знаменитым. Делать Иисуса знаменитым. Делать Иисуса знаменитым. И что нет больше другой праведности, кроме Него. Нет больше праведности, кроме Него. И знаете, нам еще только предстоит узнать, как широко, как высоко и как глубока Его любовь. Нам только еще предстоит узнать об этой чистой, безусловной, безграничной любви Отца через Сына. Иисус говорит: я люблю тебя, я люблю вас так же сильно, как Отец полюбил меня. Он пришел, чтобы рассказать нам о Отце. Он пришел, чтобы нам рассказать об Отце и о Царстве. И Он один нам может показать Царство, потому что это Его Царство. Знаете, Он как тот, который обладает этим огромным имением. Он как тот, который обладает этим огромным имением. Он как тот, который обладает этим Царством, будет нам показывать, будет нам рассказывать. Знаете, Он будет водить нас по этому имению Его Царства. И Он будет водить нас и рассказывать о Нем. И Он будет рассказывать нам об Отце. Иисус, мы в одном деле с Отцом. И мы хотим, чтобы Ты был известен. Мы хотим, чтобы Ты был известен. Чистый, чистый Иисус. Чистое Евангелие. Чистый Иисус. Чистое Евангелие. Я слышу, это внутри старое прошло. Знаете, мы как на переломе эр, как на переломе веков. Знаете, я чувствую, что церковь, она как на переломе эр, на переломе веков. Как на, знаете, как была реформация, и это был как перелом. Были определенные этапы в жизни церкви, и это были как переломы. И сейчас это грандиозный перелом этого времени, когда поднимается Его армия, когда поднимается Его невеста, когда поднимаются сыновья и дочери, делающие Его знаменитым, что Он праведность, единственный только Он милость, единственный только Он царь всего, единственный только Он. Да, 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 да. И Он тот, который впереди. Он первый. Он первый. И тот, который ведет нас. От
открывая свое царство, открывая глубину любви. Он тот, который первый, он первый, он первый, он первый, и он инициирует это, он инициирует это. О, Иисус, продаст только ты, только ты. Которая символом красного, которая знает
которые одно декларируют: достаточно Его крови, достаточно Его крови. Знаете, в Иоанна написано: кто не лжец, тот только, который говорит, что Иисус не есть Христос. Я вижу, что эта армия поднимается, и она будет говорить: нет, Иисус, Он Христос, Он по-настоящему Спаситель, Его крови достаточно, Он искупил меня себе. Это армия влюбленных, армия влюбленных в Него, которая говорит: Он искупил меня себе, Он искупил меня себе. Моя скала, мой верный путь, куда я
мы ты. О, святая кровь Его омывает от всякого промаха, от всякого промаха. Закрывая рот обвинителю, закрывая рот обвинителю, святая кровь это делает. Постаржество, мамой Иисус, постаржество, мамой Иисус.
начинает подниматься, как торнадо, как ветер. Но это мягкий ветер, он топит ложь, но он и могущественный ветер. Он сокрушает неправду, и он сокрушает какие-то, знаете, заторы, которые были, чтобы река могла свободно течь. Это ж, как, знаете, он как обнимающий ветер, который обнимает землю. Этот ветер, как звук, который обнимает землю. Полностью этот земной шарик, он начинает обнимать, этот ветер начинает двигаться. Этот ветер перемен мышления, ветер перемен понимания. Это откровение, которое наполнит землю. Это откровение, которое поднимется, которое будет сильно резонировать. Это, знаете, как большая разница между тьмой и светом. Это будет большой резонанс. Это откровение, оно будет просто резонировать. Оно будет неудобным для кого-то, кто не захочет с этим согласиться. Но оно будет освобождающим и жизнедающим. И сильным, просто поднимающим славу для тех, кто согласится. Этот звук, который обнимает землю, и он поднимается, знаете, он уже вышел. Я слышу это в сердце, что он уже вышел. И он будет усиливаться, он будет усиливаться. Он будет усиливаться. Но он могущественный, чтобы твердыни вечные расставлять. Он могущественный, чтобы двери вечные поднимались. Он могущественный, чтобы, знаете, сделать из многих одно. Я чувствую, что он как могущественный сделать из многих одно. Он тот, который будет делать из многих одно. Он могущественный, чтобы разрушать твердыни вечные. Он могущественный, чтобы поднимались двери вечные. Чтобы вошел царь славы. Этот ветер, который приготавливает землю, чтобы царь славы мог войти. Это ветер откровения, могущественный. Он приготавливает двери, чтобы двери вечные могли подняться и прийти царь славы мог. Он будет усиливаться. И я еще раз это слышу, что он вышел. Он вышел. Наполнится земля познанием славы Господа.
том, что Он сам вышел, потому что Он не хочет, чтобы Его дети жили в рабстве. Он сам вышел, потому что Он не хочет, чтобы дети жили как рабы. Потому что сам Иисус сказал: «Я уже не называю вас рабами, я называю вас друзьями, я сам это делаю». И это непостижимо, но факт, непостижимо, но факт. Иисус сказал: «Я делаю вас уже не рабами, но я сделал вас друзьями». Иисус сказал: «Я не называю вас более рабами, но я называю вас друзьями, потому что я сказал вам все, что Отец мне сказал». И Дух Святой, Он придет и напомнит вам все, научит, наставит и подскажет: «Я сам назвал вас друзьями, я уже более не называю вас рабами». О-о-о. Знаете, я чувствую это движение сердца Отца, которое говорит: «Доколе детям оставаться рабами? Доколе детям оставаться рабами? Доколе детям оставаться рабами? Потому что я уже не называю вас рабами. Я назвал вас друзьями. Я назвал вас друзьями и рассказал все от сердца Отца». Этот ветер откровения, он приходит освобождать от рабства. Да. И это будет уже по-настоящему. Это уже будет по-настоящему. Знаете, есть время, когда пророчествуют. И это его путь. Он пророчеством говорит: «Я возвещу тебя, потом начну делать». Но наступает время, когда пророческое слово будет становиться реальностью. Знаете, было время для того, чтобы это слово пророческое выходило. И сейчас еще время. Но вместе с этим уже наступает, знаете, как будто уже мы вступаем. Мы вступаем уже, когда это начинает быть реальностью. Он сначала говорит, а потом делает. И он будет продолжать говорить, но он уже делает. Это уже что-то, становящееся реальностью. Его ревность, его любовь, она выходит и говорит, что доколе детям оставаться рабами. Да, да, познанием Отца, да. И наполнится земля познанием Отца. Наполнится земля познанием Отца, нашего Отца, любящего Отца, да. Настоящего, живого, реального Отца, который требует до смерти, и наполнится, который богатый и дающий, щедрый и милостивый. Наш Отец щедрый и милостивый, познает земля такого Отца. И наполнится земля познает Отца, и познает. Thank you.
яркий солнца свет. Слава Отца, образ Бога невидимого. Oh, yeah.
Иисус, Иисус, Спаситель мира, Избавитель души, Иисус, Спаситель, Иисус, Спаситель мира, Избавитель, Иисус, Избавитель, Избавитель, Спаситель мира, Избавитель, Иисус. Мы уже не где-то на пути,
Но мы во Христе, там, где чистое Евангелие. Ты поднимаешь, ты очищаешь это внутри. Чистое Евангелие, мой Иисус. Чистое Евангелие. Ты поднимаешь нас в чистое Евангелие. В чистое Евангелие. Ты поднимаешь нас. Свобода, где истина, так сердце свободно. Там, где истина, так.
где истина, там сердце свободно. Где истина, там сердце свободно. Любить, 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 там где истина, там сердце свободно. Где истина, там сердце свободно. Где истина, там сердце свободно. Сердце свободно, где истина, там сердце свободно, где истина, там сердце свободно, любить, 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 там где истина, там сердце свободно, где истина, там сердце свободно, где истина, там сердце свободно, любить, там где истина, там сердце свободно. Свободно, где истина, там сердце свободно жить. Там, где истина, там сердце свободно, где истина, там сердце свободно, где истина, там сердце свободно любить. Любовь просто вытекает из сердца. Любовь так естественно течет. Жизнь вечная, неостановимая, не заканчивающаяся, свободная, течет без остановки, без края, без страха, любовь бесконечная, свобода, где ты, Господь, там свобода, где ты, Господь, там свобода. Где Дух Господень, там свобода. Где господствует Дух, там свобода. Где господствует Дух, там свобода. Где господствует Дух, там свобода.
Сверхъестественные русла, сверхъестественные реки.
сверхъестественные русла, сверхъестественные реки, мы сверхъестественные русла, сверхъестественные реки, мы сверхъестественные русла, сверхъестественные реки, чудеса и знамения, потрясающие, невероятные, будут течь через нас, потому что мы русла сверхъестественной реки. Сверхъестественные дети, и это нормально. Нормально. Это совершенно нормально. Естественно. У сверхъестественного папы сверхъестественные дети, и это естественно. Это нормально. Естественно. У сверхъестественного папы сверхъестественные дети, естественно. Это нормально. Это нормально. У сверхъестественного папы сверхъестественные дети, и это естественно. Это совершенно нормально. Совершенно нормально. Сверхъестественного папы сверхъестественные дети, и это естественно. По-другому не могло бы быть даже. Могло быть. По-другому не может быть. Отца творящего и будем делать.
будем видеть, а мы будем видеть и будем делать, будем видеть, делаться, будем видеть, делаться, будем видеть, делаться. Пусть
Тебя невозможно наглядеться.
Тебя.
кланяюсь Вышнего. Благословенна мудрость небес.
наши. Втирай в нас себя. Дух премудрости и откровения, просвещай наши глаза. Просвещай наши глаза, чтобы нам видеть богатство наследия, видеть ту удивительную силу, которую ты поместил в нас, видеть нашего Иисуса таким, какой Он есть, видеть эту вечную мудрость, которую Отец явил через Сына. Премудрость, Он стал премудростью для нас от Бога. Открывай наши глаза, видеть это, видеть, кто ты, видеть, кто мы, видеть нашу судьбу, видеть ту силу, которую ты поместил в нас, которой мы веруем, которая поднимается вопреки обстоятельствам, которая поднимается, как источник, как поток внутри, который захватывает наш плотской человеческий разум, срывает все эти крышки и освобождает нас для нашего вечного предназначения. Открой наши глаза, видеть Царство Божье внутри нас. Открой наши глаза, видеть величие нашего Бога внутри нас. Открой наши глаза, видеть смирение, видеть то, к чему мы призваны, кем мы призваны быть. Открой наши глаза. Которые как человеческий скепсис и разочарование, Дух Святой, он пробивает это, он говорит, есть большее, чем то, что может твой разум, есть большее, и я способен преодолеть силу твоего ума, я способен положить его на лопатки, я способен явить тебе себя. Как Моисей молился и говорил, покажи мне лицо твое. Моисей нуждался в этом. Он нуждался в этом.
Илия молился, покажи мне лицо Твое. Он нуждался в этом. Есть что-то большее, есть что-то большее, есть что-то большее, когда Бог являет Себя. И что-то большее, когда Бог проявляет Себя. Когда Бог проявляет Себя. Он может двигаться по-разному. И то, что вчера держало тебя, сегодня может оказаться просто как будто иллюзия, блеф, как будто ничего не было. Просто вот так, одним щелчком он просто приходит, включает свет, и это перестает тебя держать. Он просто включает свет, и это перестает тебя держать. Он просто включает свет, и это перестает тебя держать. Просто включает свет, и это перестает тебя держать. Он включает свет, и это перестает тебя держать. Он включает свет, и он это перестает тебя оценивать, что этот дух премудрости и откровения открывает нам глаза. Что это наша уверенность в Боге.
Это наша уверенность в Боге, это наша уверенность в том, что Он может это сделать. Это наша уверенность в Нем. Это дух премудрости и откровения, который открывает слепые глаза. Это Его ревность, Его желание. И когда мы просим об этом, мы можем просить с абсолютной уверенностью, потому что это Его собственное желание, это страсть Его сердца, быть познанным. Потому что воля Отца, да познают единого Бога. Вот воля Божья, да познают единого Бога. Он желает быть познанным. Как мы хотим, чтобы нас поняли. Мы хотим, чтобы нас познали. Мы нуждаемся в близких отношениях. И это в нас от Него. Он желает быть познанным. Он желает быть познанным. Поэтому, когда мы просим Его, открой мне глаза, я хочу тебя видеть, я хочу тебя знать. Проси, проси так, как зная, что это Его желание в тебе. Он хочет, чтобы ты Его познал. Он хочет, это Его желание, чтобы ты Его познал. Он не прячется, не прячется. Написано, что воля Отца, да познают единого Бога. Это воля Отца, чтобы мы Его познали. Он не прячет свое сердце от нас. Он хочет, чтобы мы Его познали. Это Его страсть. Это Его страсть. Когда мы взываем и думаем, что не докричаться мне до Него, выбросьте этот мусорник. Это страсть Его сердца, быть познанным. Это мы отзываемся, это у нас твердые, жесткие сердца. Это до нас поздно доходит. Он взывает к нам, Он стучится в сердце, Он хочет быть познанным, Он хочет быть принятым нами, Он желает этого. Мы можем приходить совершенно уверенно, зная, что это Его страсть, Его желание. Дух Святой может открыть глаза. Дух Святой может открыть глаза. Это может произойти в секунду. Вчера тебе казалось, что ты абсолютно слепой. И все о чем-то говорят, а ты ничего не понимаешь и ничего не видишь. Но в одну секунду Дух Святой открывает твои глаза, и ты начинаешь видеть. Видишь. И это делает Бог. Это делает Бог. Это делает Бог. Ты просто сдался. Ты просто сдался и принял. Но это делает Он. Holy God, Jesus, God. Мы возвеличиваем Бога. Бога, который есть свет. Мы возвеличиваем Тебя, Дух Святой. Утешитель и наставник, учитель, который послан, чтобы наставить нас на всякую истину. Мы отдаем Тебе честь, и мы отдаем Тебе свободу двигаться и действовать, как Ты хочешь. Спасибо, что Ты терпишь нашу такую твердолобость, что до нас поздно доходит, что мы сопротивляемся Тебе. Но Ты ждешь, Ты готов ждать, и Ты продолжаешь, и Ты настойчиво и нежно. Ты продолжаешь призывать нас, и мы начинаем отзываться, начинаем понимать, что все дело в Тебе, а не в нас. Все дело в Тебе, все дело в Тебе. Это все оказывается Ты, это Твое желание, это Твоя любовь, это Твое присутствие. Это Ты умный, это Ты мудрый, это Ты верный, это Ты настоящий, это Ты любящий. Ha! I love Jesus, God, praise it, I praise it, I wish I knew. Я чувствую, что Дух движется. Я чувствую, что Дух движется. Дух что-то делает. Я не могу прервать, потому что я чувствую, что Бог, Он что-то делает в сердцах. Он хочет делать что-то выше нашего ума. Он просто ревнует о том, чтобы мы действительно стали по-настоящему сверхъестественными, чтобы мы приняли все эти вещи, которые не вмещаются в нашу коробочку. Он растягивает нас. И Он отвлекает нас, и в это время что-то делает. Больше места для Тебя, Господь, пусть будет больше места для Тебя. Научи нас вот этому хождению в Духе, когда мы действительно корпоративно идем в Духе, не только как личности, но когда мы все вместе движемся за Тобой, когда для нас это удобно, когда мы не чувствуем неловкости от того, что что-то не так, что-то происходит непонятное. Когда мы просто соглашаемся, мы различаем в Духе движения, и мы доверяем Тебе, что Ты есть мудрость, ведущая нас куда-то, туда, куда надо вести. Спасибо Тебе, Господь. Не
приноси нам эту реальность неба, приноси нам эти переживания, приноси нам эти печати любви на сердца. Приноси, Господь, ставь эти печати глубже, глубже, Господь, пусть прорастает Твоя любовь во все наши слои, во все слои нашего внешнего человека. Пробивайся, пробивайся, захватывай все. Сегодня мы благодарим Тебя за служение ангелов, Господь, за то, что Ты вкладываешь тайны внутрь нас, открываешь свои вечные секреты, Господь. Господь, бездна премудрости и ведения Божия, бездна премудрости и ведения Божия. У меня была хорошая длинная проповедь, но я ее уже не буду говорить. Но я поняла, что нужно поделиться тем, что Бог на днях делал здесь. Я чувствую, что Бог хочет еще как высвободить это больше.